Химках прошли соревнования по мини-футболу среди детей. Мероприятие организовали члены общественной палаты при поддержке администрации округа. К нам с председателем обратился член общественной палаты Владислав Мартыненко, заместитель председателя комиссии по спорту, для создания такого турнира. Решили, что данное мероприятие будет популяризировать спорт среди молодежи. Пригласили хороших людей, мастеров спорта, действующих спортсменов, и решили развить этот спорт. Несмотря на юный возраст футболистов, турнир организован как у настоящих профессионалов. На трибунах сидят болельщики, это родители и близкие спортсменов. Тренер дает последнее наставление перед игрой. Звучит свисток, и начинается игра. Быстро накаляются. На поле ученики младших классов химкинских школ, но они уже ловко владеют мячом. Мы с командой ни один раз не проиграли. Я забил несколько красивых голов. Хочется именно привлечь детей к массовому спорту, дать возможность каждому ребенку почувствовать себя футболистом, настоящим спортсменом. Я думаю, нам сегодня это удалось. Организаторы турнира решили, что проигравших в этом соревновании не будет. Приз получит каждая команда, которая участвовала в турнире. Ведь цель соревнования не определить сильнейших, а сделать спорт более популярным и привлечь новых игроков в команды.